СОГУ переводит отдельные группы на дистанционное обучение из-за коронавируса. Речь идет о группах на факультетах экономики и управления, журналистики, психолого-педагогическом и медицинском факультете. Планируется, что к очному обучению они вернутся через 2 недели. Решение о переводе вузов на дистанционный формат обучения могут принимать сами образовательные организации в зависимости от ситуации, связанной с COVID-19 в каждом регионе.